Ну что, приехали на озеро Абрау-Дюрсо, переночевали в Витязе под Анапой. Сейчас вот 70 километров до Новороссийска. Вот он фонтан там какой-то. Вода зеленая. Что-то там ловят рыбу какую-то. В общем, сейчас здесь прогуляемся, да поедем в сторону Геленджика дальше. Не знаю, думали воды набрать. Что вода здесь такая? Непонятно. Вода зеленая. Такое вот озеро. Что, горы? Ну да. Такие небольшие горы здесь. Ой. Там фонтан мы проезжали.